Этой весной еще больше фильмов на Первом городском. 8 марта оставайтесь у экранов. В 21:00 вас ждет любовная драма «Место под соснами». Мотокаскадер Люк бросает дело своей жизни ради того, чтобы быть ближе к своему сыну. И готов на все, чтобы заработать денег, даже на ограбление банка. А уже в 23:20 мы предлагаем вам погрузиться в водоворот страстей любовного треугольника. Во вторник, 9 марта, Мэттью МакКонахи и Райан Филипп. В драматическом триллере о блестящем адвокате, чья свобода оказалась под угрозой. Линкольн для адвоката. А сразу после – семейная комедия «Детки на прокат». Обратившись к психологу, родители получают неожиданный совет – поменяться детьми. Так каждый получит такого ребенка, о котором мечтал. Но недаром говорят – бойтесь своих желаний. В среду, 10 марта, вашему вниманию предлагаем лучшее предложение. Вергилий Олдман, управляющий директор ведущего аукционного дома. На глазах у всего мира он проворачивал хитроумные аферы, но сам не заметил, как попался в капкан игрока посильнее. И в продолжении темы похищения антиквариата – приключенческая комедия «Человек из Рио». В четверг, 11 марта, в 21:00 у вас есть только один шанс на двоих. Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Ванесса Паради, бесстрашный перед французской полицией и русской мафией. А уже в 23:00 смотрите норвежский исторический фильм «Амундсен». В пятницу, 12 марта, в 21:00 на Первом городском Николь Кидман и Джулия Робертс в фильме «Тайна в их глазах». Убита дочь следователя, а доказательств недостаточно, и подозреваемого отпускают. Но напарник следователя готов докопаться до истины. Кроме этого триллера мы предлагаем боевик «Взрыватель». В субботу, 13 марта в 20:00 на Первом городском комедия «Развод по-французски». Это история о супругах, которые не боятся никаких методов, лишь бы переложить друг на друга опеку над тремя детьми. Другая детская тема вас ожидает в старенькой комедийной драме «Подкидыш». Если вы поклонник хорошей драмы и Харрисона Форда, тогда для вас в воскресенье фильм «Сабрина». Вернувшаяся из поездки супермодель понаделала шума в своей семье. Ну а если вы поклонник фильмов с Джеки Чаном, тогда посмотрите приключенческую комедию «Молодой мастер».